Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Ныне этот всерадостный возглас, который прославляет победу жизни над смертью, вновь раздается на земле. Он звучит на всех континентах, на разных языках, в больших городах и тихих селениях. Он звучит и в нашей родной стране. Христос воскресе! Примите это апостольское приветствие, заключающее в себе твердое исповедание веры в истинность Христова воскресения. По милости своей Господь вновь сподобил нас встретить праздников праздник и торжество из торжеств, Пасху Божию Спасительную. Святитель Иоанн Златоуст, выдающийся проповедник нашей Церкви, восклицает: «Ночь долгая и темная поглощена. Жизнь всем открыта, все полно неистекаемого света. Бессмертный, великий Христос является перед всеми светлее солнца. Теперь наступает долгий, вечный и неугасающий для нас, верующих, светлый день, Пасха таинственная. Каждый из нас, участников пасхальных богослужений, обретает бесценный духовный опыт. Опыт радостной встречи с Господом воскресшим. Физически находясь в храме, духом мы стремимся вместе с женами-мироносицами к живоносному гробу. Мыслями уединяемся в Сионской горнице с апостолами. Таинственно с Фомой осязаем пречистые раны Христа. И горят наши сердца от радости о воскресении, как у Луки и Клеопы, путешествующих в Эммаус. Постараемся сохранить эту спасительную уверенность в присутствии с нами воскресшего Господа. Потому что эта вера, по словам апостола, есть победа, победившая мир. Праздник Пасхи дарит нам особую радость от осознания победы Спасителя над последним врагом – смертью. Он дарит уверенность в собственном бессмертии и вечной жизни в Небесном Царстве. Известный сербский богослов преподобный Иустин сказал об этом замечательные слова: «На земле не существует истинной радости без победы над смертью, а победы над смертью не существует без воскресения, а воскресение без Христа». Пасха возвышает человеческий дух, побуждает каждого из нас задуматься о своем высоком предназначении. Умножим в светлые пасхальные дни наши силы для совершения добрых дел, чтобы радость воскресения Христова коснулась сердец, нуждающихся в помощи, заботе и утешении. Каждый из нас, вкусивший благодатных даров от тридневно воскресшего Христа, может и должен позаботиться передать эту святую веру своим крестникам, своим близким. Торжествуя воскресение Господа, начальника мира, с особой силой будем совершать наши молитвы о мире и братолюбии. Пусть жизнодавец Христос смягчит озлобленные сердца, добрых сохранит по благости своей, злых соделает добрыми по доброте своей, избавит всех нас от бед и нестроений. Молитвенно желаю, чтобы радость Пасхи пришла в каждый дом, чтобы воскресший Господь благословил всех нас миром и благоденствием, даровал нам возможность жить и трудиться во славу Божию и к пользе ближнего. Еще и еще раз поздравляю вас, дорогие мои, с Пасхой Божией Спасительной, и обращаюсь к вами с бессмертным и радостным свидетельством. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!